Всем привет и добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня у нас есть новиночка, это шопкинсы. И вы думаете, что их только немного конвертиков? На самом деле нет. У меня целая коробка с этой коллекцией. Вот столько конвертиков шопкинсов. И поэтому в честь новиночки, из-за того, что их так много, мы выберем аж 5 конвертиков. Раз. 2, 3, 4, 5. Поехали дальше. Коллекция «Коты рулят». Мы выберем один конвертик. РЖД один пакетик. Амнямчиков возьмем 2. Выстрелы для наших пиратиков. Возьмем 2 конвертика. Скоро, совсем скоро они уже закончат свой бой. Сок возьмем 2 пакетика. Стражи Арктики. И что интересного, у нас осталось 5 конвертиков. Из них нам осталось собрать только одну наклеечку. Интересно, что нам сегодня попадется? Наконец-таки повторочка или мы дособираем нашу коллекцию сегодня? Возьмем 2 конвертика с киндерами. Раз, 2. Веселые прилипалы возьмем 2 пакетика. В прошлый раз нам попались абсолютно одинаковые прилипалы. И мини-лента, тоже 2 конвертика. Можно идти распаковывать. Итак, я подготовилась, значит, мы можем начинать. И первая коллекция у нас РЖД. Вот такой вот конвертик. Вот так его откроем. И нам попадается такой вот миленький бегемотик под номером 3. Вот тут вот его место. И скоро этот вагончик тоже отправится в дорогу. Вот так. Идем дальше. И у нас морской бой. Вот у нас 2 пакетика с выстрелами. Посмотрим, что же попалось в первом. Команда зеленых стреляет Б3 и промахивается. Отметим. Ну а мы сразу же берем выстрел оранжевой команды. Они стреляют А4. Так, давайте достанем сразу же наклеечку и посмотрим, попали они или нет. И они убивают однопалубный корабль. Мы его потопили. Отметим. Сразу же берем второй конвертик. Нам попадается 2 выстрела. И оранжевая команда стреляет Г4. И промахивается. Все никак не может добить трехпалубный корабль. И куда же у нас стреляет зеленая команда? Они стреляют Б1. И они уже отстреляли всю букву Б. Отметим их выстрел. Вот так вот прошел сегодня наш морской бой. Ну а мы отправляемся дальше к следующей коллекции. Коллекция мини-лента. Открываем. И нам попадается что-то под номером 35. И это Доместос. Берем второй конвертик. Нам попадается малоежка под номером 5. Я уже приклеила малоежку, а мы двигаемся дальше. И у нас коллекция соки. Кто помнит, какие соки нам попались в прошлом видео? Пишите мне об этом в комментариях.
А мы сегодня открываем два конвертика. Начнем вот с такого сочного апельсинчика. И нам попадается апельсиновый сок 4 сезона. И это не повторочка. Будем ее приклеивать. И открываем второй пакетик с гранатом. И нам попадается томатный сок Сады Придонья. Вот так. Переходим дальше. Киндер-сюрпризы. У нас уже 4 куколки из коллекции принцесс. 2 миньончика и 3 бегемотика. Пока что принцесски лидируют. Что же нам попадется сегодня? Так, это у нас миньончик, вот такой вот миленький, с гитарой на подставочке. Так, где же его место? Вот здесь, я думаю, точно. Приклеиваем. И что же у нас во втором киндере? А во втором киндере вот такой вот миньон-солдатик. И они сравнялись с куколками. Теперь миньонов тоже 4. Может быть, они все-таки победят, как я и думала. Приклеиваем миньончика на место и двигаемся дальше. Следующая коллекция Стражи Арктики. И мне очень интересно. Ребята, а есть ли здесь действительно эта игрушка? Что же мы будем делать с повторками? Давайте узнаем. И здесь попадается... Нет! Как это так? Нам действительно попалась эта недостающая наклеечка вот с такой миленькой птичкой. Давайте приклеим ее на место. Собранная коллекция и еще таким интересным способом. У нас осталось 4 конвертика с повторочками. Давайте их откроем. Ой, кто-то здесь большой. Это вот такой вот мишка. Дальше. Нам попались вот такие два персонажа. Еще одна птичка, которая попала нам сегодня. И последний конвертик. Огромный моржик с птичками. Естественно, главных персонажей я не стала делать повторочки, а сделала только второстепенных. Давайте уберем наши повторочки в конверт в начале нашего каталога. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая коллекция у нас веселые прилипалы. В прошлый раз нам попались 2 скромняги. Посмотрим, что попадет сегодня. Так, и нам попадается вот такой вот милашка зелененький. Зовут его Шок. Вот его место. Вы это видели? А вот то. А про это слышали? Шок удивляется всему на свете. А как удивишься ты, когда он как прыгнет тебе за шиворот? Ребята, запись остановилась, и я уже открыла конвертик, но я так и не посмотрела, кто же у нас здесь внутри. Давайте посмотрим вместе. Это обнимаша. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот такая вот миленькая розовенькая прилипала. Вот ее место. Давайте про нее прочитаем. Если кого-то сильно хочется обнять, знай, где-то рядом обнимаша. Она так любит котят, мягкие игрушки и все пушистенькое, что и тебя заражает. Смотри в оба глаза. Вдруг она хочет заобнимать лягушку. Пока что положим вкладыши и приклеим нашу обнимашу. Теперь обнимаша на месте.
И мы убираем вкладыши в конвертик для повторочек. Двигаемся дальше. И следующая коллекция у нас. Ам-нямы! Давайте посмотрим, кто нам сегодня попадется. И в первом конвертике у нас... Не хочет открываться. Иди сюда, ам-нямчик, я тебе конфетку дам. Под номером 19. Вот такой вот милый, удивившийся или испугавшийся какой-то ам-нямчик. Приклеим его на место. И возьмем следующий конвертик. И здесь у нас... Хочу его вот так вот приоткрыть, и чтобы он выпал из конвертика. Выпадай. Поможем немножко. Вот какой он большой, поэтому он и не хотел выпадать. Под номером 9. Вот такой счастливый ам-нямчик. Наверное, он увидел целую гору конфет. Давайте поскорее приклеим его в наш каталог. И мы идем дальше в коллекцию «Я люблю кошечек». У нас сегодня один конвертик. Посмотрим, что же нам попадется. И это повторочка, ребята! Вот такой вот Том из мультика «Том и Джерри в детстве». Вот его место. Давайте его уберем. Ну а мы переходим к новиночке, к нашим Шопкинсам. Вот так я оформила страничку. И это не одна страничка, у нас их 4. Давайте перейдем к нашим конвертикам. В первом сюрпризике нам попадается вот такой вот бургер. А это, наверное, чизбургер, потому что Чизи Би. Такой вот он милашный. Видно, что немножечко вытекает кетчуп, торчит сырочек и капусточка, салатик. Номер его 1089. Давайте поищем, где это. Конечно же, это закуска для вечеринок. Приклеим его на место. Вот так. Переходим к следующему пакетику. Нам попадается йогурт. Наверное, это йогурт. 1068. Вот его место. Это точно молочный продукт. Значит, это, скорее всего, йогурт. Давайте приклеим на место. Так, отлично начинается наша коллекция. Переходим к третьему конвертику. И это замороженный продукт Fish Sticks. Я так понимаю, это какая-нибудь рыбная палочка. Ребята, а вы знаете, что это такое? Напишите мне об этом, пожалуйста. Вот его место, приклеим его. Сразу же идем дальше. У нас еще осталось 2 конвертика. Открываем предпоследний. И нам попадается йогурт. Только с другим уже вкусом. А почему они стоят не рядышком? Я думаю, им будет не скучно далеко друг от друга, потому что вокруг их будут другие шопкинсы. И последний конвертик. Вот такая вот пачка хлеба под номером 40. Вот здесь это кондитерские изделия. Вот так. Ну а на этом все. Если вы досмотрели до этого момента, то спасибо вам большое, что вы были со мной все это видео. Напишите, как вам понравилась ли моя новая коллекция с шопкинсами. Ну и до новых встреч. Пока-пока.